Сегодня глава Чувашии находится с рабочим визитом в Москве. Михаил Игнатьев принял участие в заседании правительственной комиссии. Ее члены рассмотрели проект президентского указа, который утвердит основы государственной политики регионального развития до 2025 года. В документе расписаны поэтапные планы раскрытия потенциала российских субъектов. Участники заседания рассмотрели вопрос проведения всероссийского конкурса имени Салтыкова-Щедрина, в рамках которого выберут лучшие практики развития регионов. Известный писатель проявил себя как талантливый управленец, он занимался административной деятельностью. Заявки на участие в конкурсе до 1 августа принимает агентство стратегических инициатив. Чувашская республика представила 3 проекта: социальный туризм людям золотого возраста, лучший выпускник и во имя пациента. По итогам конкурса сформируют библиотеку проектов и разработают механизм внедрения лучших практик во всех субъектах.